15 часов и 1 минута в нашем городе, вы на волнах радио Imagine, в прямом эфире Александр Цыпин, это программа «Билетер Афиша», выходящая по пятницам в это время в 15 с небольшим. Сегодня, согласно предварительному плану, у нас целых 3 гостя, и первым у нас на сцене появляется великолепный, замечательный музыкант, виолончелист, вокалист, композитор Ян Максин, который сегодня дает концерт здесь совсем неподалеку. Ян, где это место расположено? Анкирхе называется, это прекрасный лютеранский собор, замечательная сцена. Это рядом с нами, здесь совсем неподалеку, да. В 8 или в 9, во сколько там? В 15.00, совсем скоро. Да, но об этом чуть позднее мы с вами поговорим, а для начала мы сейчас с вами послушаем джем. Это уникальное совершенно такое рождающееся прямо на глазах музыкальное произведение. Названия у него особого нет. Это, я так понимаю, что будет, если то, что мы репетировали, да, вот да. Вы репетировали, это будет знаменитый стандарт «Thrill is Gone» в исполнении, естественно, Яна Максина, и к нему любезно присоединился с его разрешения и по нашей просьбе великолепный наш мультимузыкант, замечательный, гениальный, в чем-то, в руках точно, господин Павел Зелицкий. Итак, друзья мои, премьера на радио Imagine. Так, ничего страшного, бывает, что немножко падает. Сейчас мы поправим микрофон. И, ну вот, держится, да? Будем, давайте, сейчас, одну секунду. Итак, друзья мои, слушайте и наслаждайтесь, и дай бог вам всем здоровья. Я еще отмечу, что музыканты играют вместе первый раз в жизни. Gone away for me. The thrill is gone. The thrill is gone away for me. You know you done me wrong, babe. Gonna feel sorry someday. Ган в исполнении замечательных инструменталистов, музыкантов, вокалистов. Оба поют. Ян Максин и Павел Зелицкий. Большое спасибо. Это было совершенно круто. Все. Спасибо, Павел. Мы тогда тебя отпускаем, да, наверное, отпускаем, да, и всю вашу компанию. 33, мало ли, мы там будем играть. Ой, совсем рядом. Мы в 9 начнем. В 9 начнем. Не просто приду, я куча с кучей народу. Дружище, давай, ждем тебя, ты умный. Обязательно. Спасибо. Да, ну вы слышите, в фоне...